Друзья, всем привет! Нахожусь в магазине «Светофор», наконец-то нашел. Зеленый горошек — домашний секрет, и он совсем дешевый, просили не раз в комментариях взять на пробу. Вот сегодня возьму, в конце ролика покажу, какой он и есть ли он там вообще внутри, потому что показывали некоторые ролики, что там половина банки или совсем ничего, водичка. 25,90, дешево. Идем далее, зашел в холодильник. Это что-то новенькое. Сосиски стали фасовать по несколько штук, по 4, по 5. Килограмм стоит 155,30. В среднем фасовка 50 рублей. Удобно. Привезли вот такой мясной продукт. Рулет московский, копчено-вареный. У нас еще не было. Кусочек на почти 600 грамм. Состав мелкий. Попробую приблизить. Продукт из свинины категории Б. Охлажденный. На первом месте свинина нежирная, свинина полужирная и так далее. Нажмите на паузу, кому интересно изучить состав подробнее. Симпатично выглядит на срезе. И ценник 269 рублей. Так, привезли совсем недорогой, скажем так, сервелат рижский. Честно, не брал ни разу. Написано категории А. Мясной продукт, колбасные изделия, варено-копченые, категории А. Зареченские продукты. Друзья, пишите в комментариях, кто пробовал, будет полезно. Срок хранения 35 суток. Состав. Свинина на первом месте, шпик, филе куриное, мясо цыпленка бройлера, механической обвалки и так далее. И всего 208,90. Так, начали привозить вот такие маленькие соки. Еста у нас были только большие, литровые там, или 0,9. Написано 100% качества, 0,2 литра. Нектар яблочный для детей дошкольного и школьного возраста с 3 лет. Яблочный сок, сахар или сахар фруктозный. Еще есть мультифрукт, тоже 0,2 литра. Ценник всего 11,90. Написано нектар. Так, еще, по-моему, другая пачка. Так, это апельсин Ярцево. Апельсиновый сок, сахар или сахар, глюктозно-фруктовый сироп. И лимонная кислота и вода. В принципе, нормальный состав. Вполне. Так, привезли кукурузные хлопья. Любятово, простой завтрак. Запас завтрака на 20 дней, пишут. Но это уже как есть. 600 грамм пачка. Можно и быстрее ее, конечно, умять. Так, где тут состав на русском? Так, замять сейчас сахар, соль, крупа кукурузная. И все. Может состав содержать остатки, но это часто везде пишут. И ценник отличный, 106,60. Вполне. Друзья, продуктов сегодня больше не увидел, новинок. Зато привезли вот такие чайники. Правда, вот на этом есть скольчик на крышке. Не знаю, насколько прочная. Будет эмаль 701,90, 3,5 литра. И рядом тоже эмалированные кастрюли с разными рисунками. Груша, ягоды. $828 за 9 литров. Так, рядом привезли сковородки литые. Сковорода литая. Диаметр 26. Достаточно глубокая. Пластмассовая ручка пластиковая. Достаточно толстостенная. Кстати, полимер, пласт, Кировская область, Кирово-Чепецк. Ценник 694,60. Алюминий антипригарный. Так, антипригарные, кстати, вот еще коврики есть многоразовые. Подходит для приготовления без масла и жира, 60 на 40 сантиметров, для выпечки мяса, рыбы и овощей.
Такие вот коврики. Можно сейчас на празднике, в принципе, попробовать приготовить. Написано пошаговая инструкция, что и как делать. Ценник 148 рублей 20 копеек. Так, привезли полотенчики. Чисто дом. Полотенца универсальные. Быстрая, легкая уборка. 150 штук. Отличный результат. Но это уже как сам будешь им пользоваться. Такой будет результат. Уход за всеми типами поверхности в доме и офисе. Использование при удалении пыли и грязи в салоне автомобиля. И так далее. Удаление влаги, мытье окон, люстр и прочее для уборочки. 107,60. Друзья, пришел домой. Как и говорил, давайте откроем горошек. Домашние секреты. Крышка-ключик. Так, отлично. Горошек внутри есть. Это уже радует. Его, по-моему, там нормальное количество, достаточное. Что сразу могу сказать. Горошины целые, такого светло-зеленого цвета. И они твердые. Тяжело жуются. В меру соленый, в принципе, вкус такой, ну, обычный горошек, только твердый. По-моему, за эту цену, в принципе, вполне съедобно. Так что, я думаю, брать можно. Всем удачи, до встречи, пока!